К Дню народного единства в Белгороде приурочили и еще одно событие. Официальное объединение двух интернет-ресурсов – белгородского активного горожанина и областной народной экспертизы. Операторы посчитали символичным выбрать именно эту дату для объединения. Портал «Народная экспертиза» предназначен для оперативного диалога между населением и властью. Там можно сообщить, к примеру, о плохом качестве дороги в том или ином месте, о проблемах с благоустройством двора, пожаловаться или внести предложение. По сути, тем же занимается и активный горожанин, только в масштабах Белгорода. Теперь он интегрирован в единую региональную систему «Народная экспертиза». Мы понимаем, что наша целевая аудитория грандиозно должна расшириться. Мы не хотим делать отдельно ресурс, которые работали на территории городских округов, отдельно на муниципальных образованиях. Мы хотим сделать единый областной портал взаимодействия гражданина и власти. На сайте активного горожанина уже размещено уведомление об объединении с народной экспертизой и указана ссылка на единый ресурс. Его адрес народ-эксперт.ру. Там вы найдете вкладку для регистрации и ссылку на скачивание мобильного приложения. Функционал народной экспертизы будет расширяться в планах добавления большего количества услуг и сервисов. Ну а постоянные пользователи активного горожанина в ближайшее время смогут оценить эффективность работы белгородского раздела в рамках областного портала. Начиналось все с мусорного бака в моем дворе. Благодаря этому порталу, собственно, его заменили. Сейчас я больше обращаю внимание на неправильно установленные дорожные знаки, на разметку. Необходимо правильно ставить вопрос, описывать проблему. И в этом случае будет все эффективно, и данная проблема будет решаться.